Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов. Осьминог бесконечности. А сегодня мы с вами рассмотрим паблик Novus Ordo Cyclorum. Не знаю латыни, поэтому не буду, в общем-то, произносить это все это правильно пытаться. Сообщество создано для мыслящих, имеющих свое мнение людей. Какие прекрасные формулировки дают. Ладно уж, да, для мыслящих, имеющих свое мнение людей. И дальше дополнение, конечно. Ну, допустим, мыслящих, допустим, имеющих свое мнение. И ладно, для тех, кто не под влиянием СМИ и ТВ. Это очень важный критерий, конечно, быть мыслящим и иметь свое мнение. Это обязательно быть не под влиянием СМИ и ТВ. А, паблик довольно-таки дешевый, довольно-таки глупый. Отсылки в нем на разные мистические учения есть. Глупые цитаты умных людей, что забавно. Много рекламы. Какие-то странные фразы постоянно встречаются, которые не имеют никакого значения. Очень много глупой информации, связанной преимущественно с каким-нибудь атеизмом. Или вот что-то вроде такого. Человек, который не прошел через ад своих страстей и не стал тем, кто преодолел. Да. Да. Вне контекста это, конечно, тоже довольно-таки глупо звучит. И ссылки вот на письма самому себе. Тут взаимная реклама была недавно вот этих двух пабликов. Ну, потому что, да. Попсовые паблики любят друг друга рекламить. Продолжаем рассматривать вот это вот произведение искусства. Миром правят в первую очередь тайные сообщества. В политике ничто не происходит случайно. Да, теория заговора. Да, мы не мыслим. То есть мы мыслим, мы очень люди сомневающиеся. А именно поэтому существуют тайные сообщества, о которых никто ничего не знает. Но мы знаем, мы будем предсказывать. Будем разговаривать вам. И смотрите, главное, читатели во многом даже сомневаются в том, что написано. О, да, глупые цитаты Шопенгауэра, да, глупые цитаты умного человека. Нужно, наверное, целые паблики организовывать вот с таким названием. Глупые цитаты умного человека. Гордиться своей нацией. На самом деле, это довольно-таки странная цитата от Шопенгауэра. В целом, он не занимался проблемами нации как таковой. Честно говоря, не понимаю, почему именно эта цитата Шопенгауэра для мыслящих людей, которые не подвластны СМИ и телевизору, появляется вот здесь. Что еще тут можно заметить? Я видел двух парней, гуляющих вместе в одинаковой одежде. Я спросил у них, не гей ли они. Шутки, да, великие шутки. А на самом деле я сейчас рассчитываю найти одну небольшую статью, в которой вот прям вообще дичь. Непонятно, почему она вообще оказалась здесь. Понятно. Приблизительная публика. Паблика. Понятно. Только вот непонятно, почему он считает, что здесь люди мыслящие. Ой, вот эта вот цитата великая. В шахматах белые и черные фигуры злейшие враги. Но те, кто передвигает фигуры, обычно хорошие друзья. Да, баян времен молодости моего деда. В паблике атеист это было 1000 раз. Тоже паблик довольно-таки посредственный и неинтересный. Любовь, психическое заболевание, наркотический психоз параноидального типа на сексуальной почве. Это с другого паблика, ладно, оправдаем, допустим. Камью. Здесь камью. Да, цитата Гуера. Тоже для очень мыслящих людей. Что у нас тут? Про затмение информация. Мыслим дальше, да. В общем-то, забавная такая пропаганда. Да, конечно, реклама Netflix. Чтобы вам было что посмотреть вечером. Вы же не смотрите ТВ и телек, вы смотрите Netflix. Отлично. Все мыслящие люди смотрят Netflix. Продолжаем. Вот где та великая подборка, в общем-то, высказываний, которые все ложные.
Средний размер пенсии в разных странах, смотрите, да? А величие языком цифр. Ну, с учетом, что цены, конечно, разные, можно немножко поменять, было бы, как бы, да, графики. Вопрос не в том, сколько мы получаем, а сколько мы за эти же деньги можем купить, конечно. Ну да, Россия все равно далеко здесь не будет первой, и все равно будет уступать практически всем странам, кроме Китая, допустим. Ну, всякое бывает, допустим. Допустим, очень поверхностно. В этом смысле очень поверхностно, конечно. О, да, когда религия соединяется с политикой, рождается инквизиция. Ну, допустим, то. Ну, не глупая цитата, сейчас скажем, обычная, просто обычная цитата. Но мы сейчас дойдем до самого главного. А, Умберто Эко, нам. Тоже фигня для внука. Ладно, тоже такое себе. Не очень качественное, скажем так, высказывание. Убеждение — это оправдание. Они помогают нам толковать мир. Ну, пока мы еще, ну, не знаю, мы это читать сегодня будем. Опять же, знаки вот эти интересные, мне нравятся. Вот стилистика у паблика прикольная. Суть как подкачала. Патриотизм, религия бешеных. Ну, в общем, да, явно антипатриотизм здесь такой. Нет, сам на самом деле не патриот, но делать из этого одну из основных концепций паблика, ну, такое себе, честно говоря, не очень умно. Сейчас мы найдем самое интересное, в общем-то. Самое интересное, я очень надеюсь, что это будет. О, вот оно! 12 мифов о зарабатывании денег. Нет, ну вы сейчас почитаете это, вы увидите уровень паблика, собственно. Вот истинный уровень паблика здесь. Миф один. Если бы я выбрал прибыльную карьеру, я был бы богатым. Реальность, реальность. Миллионеры есть в каждой профессии. Особенно среди уборщиков, скорее всего, они тоже есть, конечно же. Среди охранников они есть, среди продавцов пятерочки есть свои миллионеры. Вот это такая реальность, мне нравится. В любой отрасли можно заработать деньги. Не ищите прибыльной карьеры. Вы сами делаете вашу карьеру прибыльной. И мы не будем рассматривать конкуренцию, не будем рассматривать, что в одних областях, а на одно место там претендует человек, там, не знаю, по 100, по 1000, по миллиону даже, а в другой какой-нибудь деятельности ты как бы один. У тебя, может быть, действительно есть шанс заработать. Ну, все это как бы и проигнорируем, это же реальность по сравнению с мифом. А, забавно, да, миф? Если бы я выбрал прибыльную карьеру, я был бы богатым. Ну, тут еще так сформулировано, что был бы богатым. А, следует сказать, я был бы обеспеченным, например. Ну, или точнее, мои шансы на обеспеченность были бы значительно выше, чем если бы я выбрал карьеру уборщика. Если бы мои родители были богаты, я тоже был бы богат. Это второй миф. А, по-моему, очевидно, да, что если бы мои родители были богаты, я просто по определению был бы богат. Вот просто по определению. А, но нет, реальность. Смотрим про реальность. Большинство самых богатых людей выходцы из бедных семей. Некоторые из среднеобеспеченных. И даже люди из богатых семей часто должны сами накоплять свое состояние. А то, что вот это вот большинство самых богатых людей в мире, это на самом деле колоссальное меньшинство среди всех людей, это мы как бы не учитываем, конечно же. И то, что люди, у которых уже богатые родители или очень обеспеченные родители, они как бы имеют бонусы. Они могут получить хорошее образование, например. Они могут в этом образовании, в рамках образования, найти связи. С помощью денег, которые у них уже есть, они могут несколько раз попробовать запустить тот или иной бизнес. А у людей, которые бедные, у них, например, несколько попыток на запуск бизнеса. Они истратят деньги, ресурсы и умрут с голоду, например, если они недостаточно обеспечены. Конечно, миф. Миф про богатых родителей, причем, потому что это практически по определению наличие богатых родителей делает человека уже богатым. По определению. Просто вот по определению с редкими исключениями, когда родители, ну, говорят, нет, сынок, ты должен сам заработать свой капитал. Ну, это тоже такое себе. Если бы я хорошо учился, то заработал бы много денег. Реальность, реальность, опять слово реальность. По сравнению с ним, меня вообще бесит вот это вот разделение на миф и реальность. А, вот. Вам нужно учиться на практике. А, это еще одна банальность интересная.
Да, очень банально для современного общества. Все должно быть на практике, все должно быть на практике сделано. А то, что на практике большинство людей, в общем-то, не справляются и ничего у них не получается, ну, это ерунда. А по статистике отличники, как правильно, не богаты. По какой статистике? А можно выкладку статистики, пожалуйста, где вот люди, которые, в общем-то, не богаты, они двоечники и троечники. Например, Билл Гейтс, он двоечник и троечник, может быть, был. Я не знаю, но просто вдруг да. И не будем рассматривать одного там Билла Гейтса, давайте всех богатых людей, были ли они. Ну, там, наверное, не будет какой-то вопиющей статистики, что они все были двоечниками, там, например, вообще все без исключения. Наверное, там что-то вот такое среднее. Хорошисты, может быть, они были. Некоторые отличники, некоторые, может быть, троечники. Ну, как-то так. Но, с другой стороны, если бы я хорошо учился, то заработал бы много денег. Опять не учитываются какие-то промежуточные звенья. Мы можем взять там всех супербогатых людей, может быть, там все троечники. Но человек, который зарабатывает прилично, он должен разбираться в той или иной области. Чтобы разбираться в той или иной области, ему нужно хорошо учиться. Чтобы быть хорошим инженером, человеку нужно закончить вуз, хорошо закончить вуз, очень хорошо учиться и очень хорошо знать свою тему. Или он, ну, не будет зарабатывать много денег, его уволят сразу. Миф. Вот так, мифы почему-то, знаете, вот, да, вот эти вот мифы в данном паблике, они почему-то очень реалистичны как-то. А реальность, она, наоборот, похожа на обман такой дешевый в духе Киосаки или какого-нибудь другого, не знаю, ублюдка, который читает тупые лекции по организации бизнеса, типа «Думай, как богатый папа, а не как бедный папа». И все это полная херня. Абсолютно тупейший текст. Продолжаем. Да. Если бы я был в нужное время в нужном месте, то стал бы успешным. Вот здесь тоже, понимаете, опять же, формулировка, она прям нам говорит о том, что, ну да, если бы я был в нужное время в нужном месте, я стал бы успешным. Просто, да, просто оказаться в нужное время в нужном месте уже делает тебя как бы успешным. Потому что здесь просто по определению это так идет. Вот у нас есть нужное время. Мы оказались там в нужное время, мы оказались в нужном месте. Это все одновременно было нужно для успеха. И благодаря этому мы пришли к успеху просто по определению. И очень богатые люди в реальности, на самом деле в реальности, очень богатые люди не были счастливчиками. Возможности и успеха не нужно ждать. Их необходимо создавать. А при чем здесь, кстати, ждать? Вы понимаете, что условие мифа противоречит выводу реальности. То есть, чтобы оказаться в нужное время, в нужном месте, нужно как бы не ждать, нужно искать нужное время, нужное место, наверное, все-таки. И для этого что-то тоже делать, конечно, наверное, ну, не подразумевается, что люди, которые сидят там в нужное время, в нужном месте, они ничего при этом не делают, конечно же. У нас вообще на одно рабочее, опять же, давайте, на одну должность миллиардера, например, у нас претендует огромное количество людей. У нас состояние конкуренции, огромное количество достойных людей, которые очень много всего делают. И они действительно делают огромное количество вещей, достижения какие-то создают. И при этом вот на миллиард вот этот вот великий претендует малое количество, не там один, допустим, на определенное большое количество вот этих вот претендующих. И кто, собственно, победит? Тот, кто более усердный, тот, кто более упорный. Ну, скорее всего, тот, кто окажется в нужное время, в нужном месте, заключит нужные контракты, найдет нужных, в общем-то, людей для союза. Удача, рандом. Их необходимо создавать. Все возможности ты не создашь для себя, к сожалению. Вот такова реальность. Все мифы, они здесь реалистичнее реальности. Миф 5. Если бы экономика моей страны была лучше, я был бы богатым. Богатым. Опять слово богатое, оно заводит нас как бы в тупик. Если бы экономика моей страны была бы лучше, то я был бы богаче. Вот тогда этот миф истинный становится автоматически. Но какова реальность? Давайте посмотрим. В любом обществе и в любой стране есть миллионеры. Деньги есть везде. И даже в Африке есть деньги. Конечно же. Да, если ты вот сейчас голодный, нищий, вот этот вот африканец, который даже воды попить не может, конечно же, ты можешь стать миллиардером.
Без образования, без знания экономики, без доступа к книгам ты можешь стать миллиардером, миллионером. Вообще кем угодно можешь стать. Можешь стать вторым Биллом Гейтсом. Без проблем. Реальность. Мне нравится реальность, на самом деле. Если бы я жил в такой реальности, может быть, все было не так уж и плохо. Если бы у меня не было семьи и какой-либо социальной ответственности, я стал бы миллионером. Миллионером бы он стал опять. А не в ответственности дело, а в том, как вы к ней относитесь. Вам необходимо бережно относиться к деньгам и приобретать только необходимое. А почему миф и реальность не связаны в данном случае, мне интересно. Интересно, да, но плевать. Если бы только возможности заработка больших денег были все еще доступны, я стал бы сказочно богатым. Опять же, вот эти вот увеличительные степени, я бы стал сказочно богатым. Если бы были возможности заработка достаточно денег, я стал бы обеспеченным. Надо вот так вот этот миф выразить. Сейчас возможности заработка больших денег еще шире, чем раньше. А еще шире конкуренция сейчас, чем раньше, между прочим. А денег в России все не так уж и много, поэтому у вас будет не очень много шансов, чтобы на чем-то заработать. Ну, вы, допустим, организуете... Что вы можете организовать? Допустим, вы решили какой-нибудь хостел сделать. Так, хостелов и так много, но вы решили его сделать, и вдруг внезапно вы провалились, потратили на это все свои деньги, вы банкрот. Все, поздравляю, бизнес ваш завершился. До свидания. Продолжаем. Если бы только государство, мой работодатель, моя семья или жена шли мне навстречу, я бы заработал очень много. Кстати, факт. Действительно говоря, это просто факт. А вот, например, у нас есть огромное количество русских миллиардеров, которые вот таким вот образом и заработали. Это реальность. Вот вам, вот настоящая реальность. Все мифы почти представлены здесь, это просто тупо реальность, как бы. Которые живут, ну, обычные люди, а не фантазеры из паблика вот этого. С вами может случиться... Реальность какова? Реальность, по мнению автора. А с вами может случиться что угодно. Вы можете быть уволены, друзья и семья могут отказаться от вас, а жена развестись. Только вы ответственны за свой успех. Хорошо. На самом деле в обществе никто не ответственен за свой успех, следует заметить, потому что мы все несем коллегиальную ответственность друг перед другом, и успех – понятие коллективное. А мы можем обрести успех только в обществе. А если мы могли успеть для самого себя, мы можем обрести вообще без проблем, ну то есть, не знаю, я, например, поставил себе цель там подтянуться 20 раз. Подтянулся 20 раз в итоге после тренировок. Все, я молодец. Я достиг успеха для самого себя. Я, например, хочу написать 50 романов. Я написал 50 романов. Я молодец, я достиг успеха для самого себя. То есть, вот такой успех вне общества. Если мы говорим об успехе в обществе, ну я хочу стать олимпийским чемпионом, допустим. А что для этого мне нужно? Общество мне для этого нужно. Я не могу стать просто самым быстрым, самым крутым и самым невероятно выносливым просто за счет того, что я сам тренируюсь. Есть определенные системы тренировки, есть определенные программы. Еще надо будет желательно отбор пройти изначально в тот или иной вид спорта. Лекарства, средства, которые поставляет государство. Экипировка тоже, которую поставляет государство, которую большинство людей просто не могут себе позволить. Я сам ответственен за свой успех, да даже в объективной сфере, в спорте, в которой например, надо пробежать быстрее, чем какой-нибудь другой человек. Ты зависишь от общества, чувак. Ты просто зависишь от общества. Ты хочешь стать ученым, ты зависишь от научного сообщества. Тебя берут или не отберут. Конечно, отчасти от тебя это тоже зависит. Но не всегда. Допустим, ты не понравишься такому-то ученому вообще без оснований. Он просто подумает, что ты какой-то тупой урод. Он тебя сольет. До свидания, друг. Уходи из науки. То есть человек, по-моему, вообще не осознает вообще никакую реальность, он в космосе живет. Если бы у меня была большая сумма денег, я сразу бы начал вкладывать деньги и экономить. Почему, кстати, нет? А почему нет? В чем это вообще миф здесь заключается? То есть, если я убежден, что я мог бы так сделать, почему бы мне так не сделать? А если у меня есть большая сумма денег, почему бы мне не потратить? В чем вообще миф заключается? Ладно, неважно. Если буду тяжело работать, я стану богатым. Реальность. В мире так много бедных людей, которые тяжело работают. Богатые не работают тяжело. Они работают разумно.
Ну ладно, здесь, допустим, чуть-чуть больше похоже на правду, чем все остальное. Здесь можно поспорить просто. Здесь автор не выступил тотальным идиотом, умственно отсталым, он здесь не выступил. Здесь он у нас сказал что-то, с чем можно, в общем-то, поспорить. Ну, допустим, да. Если я буду тяжело работать, я стану богатым. Допустим, это миф. А, но вопрос, разве богатые не тяжело работают? Ну, некоторые, по крайней мере, наверное, некоторые отрасли требуют от богатого человека определенного вложения усилий, которые нередко превышают усилия обычного рабочего. Рабочий работает там 8 часов, а богатый работает часов 12, высчитывает все, ищет работников каких-нибудь, ну, не физически, а именно вот да, в общем-то, проводит определенную деятельность в течение большего количества времени, чем его рабочий. Нередко случается так. Иногда бывает наоборот, да, и бывает так, что богатый работает меньше бедного. Ну, это, в принципе, не проблема. Ну, или если я буду... Тут вопрос, тяжело работать, тяжело больше работать, например. Я стану богаче. Вот так можно попробовать сделать из мифа не миф. Если я буду больше работать, я стану богаче. В некотором роде, да. Я могу устроиться на две работы и получать в два раза больше денег. В чем проблема? Утверждение тогда будет истинное, не такое уж это миф. Причем почти все мифы, это, ну, никто таких концепций, если они не являются истиной, эти мифы не придерживаются. Например, если я буду тяжело работать, я стану богатым. Нет. Нет, так обычно делают. Если я буду больше работать, я стану богаче. Обычно люди так думают. И с этим иногда трудно поспорить. Если я стану больше работать, я стану очень-очень-очень-очень богатым. Вряд ли так кто-то думает. Есть очень глупые люди, которые так думают, но нет, простите, это не большинство людей, это не такой уж распространенный миф. И тут вот много таких вот, как скажем, чучел. В общем-то, да, это чучело, это прием чучела. Если бы я выбирал прибыльную карьеру, я был бы богатым. Кто так думает-то вообще? Был бы обеспеченным, скорее всего, люди думают. Инженер какой-нибудь, который устраивается и мечтает о 70 или 100 тысячах рублей в месяц, он, мне кажется, устраивается за счет того, что, ну, вот он хочет стать, выбрать хорошую область, специальность, стать в ней профессионалом и стать обеспеченным. Может, он богатым станет, не исключено. Чтобы зарабатывать деньги, нужны большие деньги. И реальность, реальность, реальность. Деньги нужны для того, чтобы ухватиться за возможность, да. А что такое возможность? Это некоторая вероятность. Мы его там выбираем, у нас есть несколько вероятных исходов, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, и мы рандомно выбираем один из них, тратим на это деньги, прогораем, тратим там еще раз, еще накапливаем деньги, еще раз тратим, прогораем, еще раз тратим, прогораем. Сколько денег нужно? Много, правильно? Миф реальности снова. Здравствуйте, опять. Хорошая работа ведет к богатству. Опять же, к богатству. Слово к богатству, оно... Ну, это ложное слово в данном случае. Оно не должно здесь присутствовать просто в принципе. Оно нас сбивает с толку. То есть, эти мифы... Если у меня будет хорошая работа, то я буду богаче. Вот так надо делать, говорить. А вот реальность, реальность. Работа – временный источник прибыли. Постоянный же требует того, чтобы деньги работали на вас. А поэтому, чем бы вы ни занимались, разумно распоряжайтесь своими деньгами. Не забывайте вкладывать их в дело. Инвестировать. Допустим, я получаю 30 тысяч рублей. Инвестировать. Да. А, хорошо, отличная реальность, мне очень-очень нравится эта реальность. Но, к сожалению, я живу почему-то в другой. Ну, в общем, вот вам паблик нового сорта. Секлорум, херня полная, честно говоря, просто трэш. Вот этот вот пост вообще просто мусорка, какой-то тупости тотальной. И таких постов здесь много. Торчина, кстати, хорошая. Торчина, ничего. Но, опять же, выбрана худшая цитата, наверное, из-за его. И здесь все вот так вот. Все вот так вот, все непонятно, через что сделано. Специально для мыслящих людей, которые купятся на имена, имена очень известные, на имена там Камю и прочих философов, еще Торчинова, тоже хороший известный автор-исследователь, вот тоже на него купятся. И на все-все-все остальное вот это вот купятся, всю эту фигню. И в итоге, типа, буду читать, ой, какие мы умные, мы против СМИ, мы не смотрим телек. Зато читаем вот такую вот херню в духе Киосаки. Это еще хуже, чем телек, честно говоря.
Восьмикратно с вами прощаюсь. Вот понимание я сегодня проявил втройне. Просто еще вот такое же понимание, как у меня. Такой херни. Тупой. Господи. Пучков, помоги. Ты должен сказать, что это было с пабликом. Все, пока.